Всем привет, на связи Грегори Эджвард. Сегодня я обращаюсь к вам с печальной новостью. Это связано с тем, что в ближайшее время беседа моего канала ВКонтакте будет закрыта. Причина довольно банальная – низкий актив. В последнее время, начиная с 1 января 2023 года, актив беседы моего канала оказался крайне низким. Людей в этой беседе становилось меньше. На момент редакции видео в беседе находится 48 человек. Масса подливала в огонь и факт того, что большинство участников беседы не активны. То есть они либо редко заходят в ВКонтакте, либо вообще не заходят. И даже я, как создатель своей беседы, перестал в нее заходить. Предпочитаю находиться либо в Телеграме, либо в Дискорде, но никак не ВКонтакте. И тут даже у меня встал вопрос, а целесообразно ли мне вообще иметь беседу ВКонтакте, в которой даже актива никакого нет? В таком случае я решил запустить голосование с вопросом, закрыть ли беседу ВКонтакте. Голосование продлится до 2 апреля включительно, и пройдет оно в группе ВКонтакте, ссылка на которую в описании под видео и во вкладке «Сообщество». Напоследок скажу, что это возможно станет началом конца моего нахождения ВКонтакте, потому что сейчас я его использую максимум, чтобы послушать музыку, либо посидеть в некоторых группах. И возможно, такая же судьба настигнет и мою группу ВКонтакте, но это уже, как говорится, совсем другая история. Впрочем, это уже совсем другая история. Ну и перед тем, как закончу ролик, я от себя добавлю, что это мое первое видео, для которого я заранее сделал сценарий. Мог бы я также сделать и раньше, но лучше уж поздно, чем никогда. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях. Переходите по ссылкам в описании. Там моя группа ВКонтакте, сервер Дискорд и чат в Телеграм. А также в описании есть ссылка на донат, если хотите поддержать мой канал копеечкой. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.